В техасской школе нашли взрывчатку. В школе в американском городе Санта-Фе, штат Техас, где в результате стрельбы погибли 10 человек, найдены самодельные бомбы. Об этом говорится в твиттер школьного округа города. Взрывные устройства были обнаружены также за пределами школы, их точное количество не уточняется. Жителей района призывают быть бдительными и сообщать обо всех подозрительных предметах. Ранее 18 мая ученик школы совершил вооруженное нападение в одной из средних школ города. Им оказался 17-летний Димитриас Пагурдзис, Димитриас Пргертсис, сообщал The Huffington Post. После он был взят под стражу. Как сообщает CNN, 9 погибших, ученики, еще один, учитель. Известно о 12 пострадавших, все они доставлены в больницы. Президент США Дональд Трамп обратился к семьям погибших и пострадавших в своем твиттер. «В этой трагедии мы с вами, и мы будем с вами всегда», — сказал он. Американский лидер добавил, что и он, и его администрация делают все возможно, чтобы защитить школьников и не допускать подобных инцидентов. Около 8 часов по местному времени в здании средней школы сработала пожарная тревога, и ученикам пришлось покинуть классы, сообщила одна из учениц. По ее словам, в здании были слышны выстрелы. Другой свидетель заявил, что видел, как нападавший открыл огонь по одной из школьниц в кабинете рисования. Больше важных новостей в TELEGRAM канале, лента дня. Подписывайся, предыстория, в американской школе ученик застрелил 8 человек. Перейти в мою ленту, новость размещена на сайте вседоски.com. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.com.